пьяный, как я потом поеду домой, блин, знаешь. Ну и, ну и опять же, шкурный бабский интерес, она понимает, здесь какие-то бабы, туда-сюда. Нахуй стыдить. Да. И... провокацию делать. Ну давай, говори что-нибудь. Да не-не-не. Ну пожалуйста, бля, не снимай и потом не показывай. Я снимаю, уже выкладываю в Facebook. Пизда тебе будет тогда. Чего я сказал? Я сожгу нахуй тогда, блядь. Твой тебя, Facebook, тебя, блядь. Твой дом. Как ты сожгешь Facebook, блядь? Твой Facebook сожгу. Вань, ты люди на тебя смотрят. 72, да ладно, все нормально. 72 человека. Да? Да. А ты этот перископ зашел, да? Нет, блядь, Facebook Live. А, есть такая тема, да? Да. Я в Facebook не сижу, поэтому. Ну давай, говори людям. Тяжело. Говори людям. А что говорить, блин? Отличная погода, ребята. Сейчас будем жарить мясо. Хорошая компания. Солнечный день у нас сегодня. В Латвии, если кто-то не из Латвии смотрит наш канал. Такой, знаешь, такой профессиональный. Наш канал, смотрите, подписывайтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ставьте лайки Жиганову, да, и будьте все здоровы. Да, 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 конечно, все. А он гонит, он ничего не снимает. Ну смотри, смотри. Снимаю, все, видишь, красный. Да, выключи, дай мне посмотреть мою речь. Не дам. Не понимаю трансляцию, это он просто записывает. Да я понял, компроматы. Нет трансляции. А как же ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Давай Ромку вытащим, что ты...